Если вас сегодня разбудил не милый голос, а сигнализация в машине под окном, и утро сразу не задалось, мы с радостью придем на помощь вашему настроению. Сигнализацию мы, конечно, отключить не сможем, но включить ваше настроение на полную мощность мы постараемся. И будет вас этим утром четверга Денис Бодрячком Кириллов и Елизавета Неспать Терещенко. С добрым утром, Республика! Начинаем с прекрасного, друзья. А что зимой может быть прекраснее, чем фигуристки на льду? Которые завораживают своей грацией. И, наблюдая за их изящным скольжением, хочется взять, надеть коньки и пойти на работу. Смотрим, друзья. Лиза, вот ты девочка. Да, спасибо, что заметил. И вот скажи, ты когда-нибудь брала пару уроков самозащиты? Да, было дело. Когда-то я ходила на уроки карате. Ого, и что, у тебя есть пару черных поясов? Ой, поясов у меня знаешь сколько? Под каждую кофточку, под каждую юбочку. А вот пояс карате, значит, не сложилось. Ну, ничего, зато других поясов у тебя действительно огромное количество. Ну, знаешь, в случае чего у меня есть каблуки. А вдруг против тебя пойдут в боксерских перчатках? Девочка, в боксерских перчатках? Это что за Рокки в юбке? Я так не смогу. Ну, зато у тебя хорошо получается стоять в этой студии и будить нашу республику. А в нашем следующем сюжете мы посмотрим, как начинает утро настоящая девушка-боксер. Смотрим наше утро с чемпионом. Бокс, как правило, мужской вид спорта, но вот уже полвека девушки наряду с мужчинами занимаются боксом и участвуют в международных соревнованиях. Сегодня, как начинает свое утро, нам расскажет мастер спорта по боксу, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи Юлия Король. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Скажи, как начинается твой день? Ну, каждое утро я начинаю, как обычный человек, начинается с зарядки, завтрака и собрания в университет. Есть ли какое-то особенное рационное питание? Что ты обычно ешь на завтрак? Особого рационного питания нет. Ну, чаще всего это овсянка, ну, здоровая пища, фрукты, овощи. Все, что нужно, и мясо, конечно же, для боксера, для поддержания сил. Скажи, почему в свое время ты начала заниматься именно этим видом спорта? Потому как он мужской считается по праву. В бокс меня привел мой отец. Он сначала пригласил меня попробовать, просто позаниматься у него на тренировках. Я начала заниматься, мне понравилось, у меня стали как были перспективы, мы начали заниматься, и вот уже сейчас как бы я достигла этих результатов. Меня тренирует мой отец. Юлия, чем отличается мужской бокс от женского? Ну, отличий как таковых нет, разве что боксируют мальчики и девочки. Женский бокс ничем не уступает мужскому, даже по силе бывают такие, что девчонки равные по силе мальчишкам. Боксируют иногда даже намного техничнее, чем мужчины. Приходилось ли тебе применять приемы в обычной жизни? Слава богу, нет, и надеюсь, что не придется. Расскажи о своих спортивных планах на будущее. Ну вот сейчас, в декабре, буквально 16 числа, я уезжаю в Россию, в Ханты-Мансийск, на Кубок нефтяных стран. В мае у меня будет чемпионат мира. Я уже выступаю среди женщин со следующего года. В весовой категории 51 килограмм. И вот в октябре у меня будет чемпионат Европы в Бухаресте. Пожелай что-нибудь нашим зрителям в это утро. Я желаю всем телезрителям хорошего настроения, удачного дня. Занимайтесь спортом, будьте активными и удачи. Удачи во всем.
конкурс от магазина «Ауреола» на этой неделе подходит к концу. И сегодня мы будем задавать последний вопрос, ну а завтра наши коллеги объявят имя того счастливца, который получит эту красоту. Кстати, Лиз, давай еще раз покажем нашим телезрителям, за что же они борются. А давай, вот за такую замечательную подвеску из израильской коллекции ручной работы, знак зодиака, близнецы. И, внимание, решающий вопрос. Сколько карат в золоте 585-й пробы? Ответы присылайте к нам на почту, которую вы сейчас видите на своих экранах. Удачи! Давайте подумаем, друзья, вот кто может задать тон вашему дню? И напророчить, что вы будете сегодня делать. Конечно же, ваш начальник. Кто же еще? И если вы вышли из его кабинета озадаченные... Вы, конечно, можете сделать ноги. Но мы вам советуем сделать следующее. Послушать наш гороскоп. Записать его на бумажечке, расписаться, поставить печать. И отнести этот заверенный документ своему начальнику. И вручив, сказать: близнецам сегодня стоит приглядеться к своему окружению, воздержаться от обид своих коллег, создать мир и гармонию на своем рабочем месте и пожелать всем и себе хорошего дня. А уволят вас после этого или нет, узнаем в нашем гороскопе. Смотрим. Для овнов сегодня оказывается полезным ранее полученный опыт. Вы не повторяете совершенных ранее ошибок, обходите ловушки, расставленные недоброжелателями. Можно возвращаться к проектам, работу над которыми вы начали ранее, а потом по какой-то причине были вынуждены остановить. Идеальный день для переговоров и налаживания новых деловых контактов сегодня у тельцов. Обязательно воспользуйтесь им по максимуму. Решительно отстаивайте свои интересы и требуйте определенных поощрений там, где, как вам кажется, вы их заслуживаете. Хорошо выполненная работа – это само по себе награда, но пусть это не мешает вам требовать за нее премии. Сегодняшний день принесет большие успехи близнецам. Не разменивайтесь на мелочи, занимайтесь тем, что действительно важно. Удастся найти решение какой-то давней проблемы, которая беспокоила и вас, и ваших близких. Появится возможность упрочить свое финансовое положение, возможно, получение денег из нового источника. Раки сегодня достигают больших успехов благодаря своевременной помощи союзников и друзей. У многих представителей знака появляется возможность подняться по служебной лестнице, воспользовавшись давними знакомствами или покровительством влиятельной особы. Очень благоприятный день с деловой точки зрения сегодня у львов. Вы добиваетесь профессиональных успехов, почти не прикладывая для этого усилий. Стоит проявить инициативу в делах, ваши идеи, даже самые смелые, получат поддержку. Девам сегодня приходится проявить настойчивость, чтобы достичь поставленных целей. Но вас это ничуть не смущает. Вы готовы на многое, чтобы получить желаемое. Не всегда прямой путь оказывается самым легким. Что ж, вы и окольными тропами доберетесь туда, куда хотите попасть. У весов сегодня преобладает влияние позитивных тенденций. День складывается довольно удачно. Работы будет больше, чем ожидалось, но вы совсем справитесь, если правильно распределите силы. Придется проявить гибкость, чтобы избежать конфликтов с коллегами. Зато удастся сохранить действительно хорошие отношения с людьми, которые важны для вас. Сегодня у скорпионов есть реальный шанс улучшить свое финансовое положение. Но только если вы не поленитесь всерьез постараться. Если стрельцы сегодня смогут изменить подход к стоящим перед вами задачам, то сможете быстро решить их. Поаккуратнее обращайтесь сегодня с финансами. Благоприятный день для деловых встреч, собеседований, публичных выступлений и сдачи устных экзаменов сегодня у козерогов. Даже если вы говорите глупости, впрочем, с козерогами такое случается крайне редко, окружающие слушают вас как зачарованные. Неблагоприятная финансовая картина сегодня у водолеев. Есть опасность серьезных потерь. К тому же многие представители знака тратят значительно больше, чем могут себе позволить. В остальном же день складывается удачно. Подходящий день для посещения светских мероприятий сегодня у рыб. Вам нравится блистать и быть в центре внимания. И это дается без труда. Очень удачные идеи, посещающие вас в этот день. Пусть не все замыслы удается реализовать сразу, но успеха вы непременно добьетесь. Лиз, вот Новый год – это что?
Это подарочки. Так. Это елка. Или сосна. Ну, точно не береза, потому что Петру Первому это бы не понравилось. Это точно. Ну и на елку обязательно нужны игрушки. И к нам тут в студию упала вот такая вот замечательная звездочка. Упала она сюда из теплых рук наших друзей из магазина МАК. И мы ее уже по сложившейся веками традиции. Ну да, вторая неделя пошла уже традиция. Неважно. В общем, мы будем эту замечательную звездочку с шоколадным ароматом разыгрывать. И вопрос, на который вам надо ответить, такой. Когда Снегурочка отмечает свой день рождения? Ответы присылайте к нам на почту, которую вы сейчас видите на своих экранах. Удачи! К сожалению, день рождения только раз в году. И мы неспроста спели эти строки. Ведь сегодня родился автор знаменитой песни «Крокодила Гены» Владимир Шаинский. Спасибо вам огромное, Владимир Яковлевич, за столько чудесных песен. Ведь это и «Чунга-Чанга», и песня «Чебурашки», и «Карусель», «Карусель», и много еще чего. И такая близкая нам с тобой, Денис, мы начинаем КВН. Для чего? Ведь знаменитую мелодию написал именно Шаинский. И знаешь, вот сегодня день рождения еще и у Фрэнка Синатры. Но Шаинский же точно круто. И роднее. Вот, например, что я в детстве пел из Синатры? Ничего. И сейчас вот что я могу наизусть петь из Синатры? Ничего. А вот Шаинского, пожалуйста. Так что скажу, как в интернете, Шаинский мой бро. Спасибо ему огромное. И пока Денис не запел тут наизусть Чунга-Чангу, мы узнаем, что еще интересного произошло в этот день. Я могу еще и от улыбки, от... Там... Давай уже потом, после дня в истории и Фрэнка Синатры. Новый день и очередной перечень исторических сводок. С вашего позволения представлю некоторые из них. 20 лет назад была принята Конституция Российской Федерации. Соответственно, 12 декабря был объявлен государственным праздником. Предшественником нынешней Конституции был основной закон, принятый еще в 1977 году, названный застойным и действующий до распада Советского Союза. Один из моих любимых советских актеров родился в этот день. Леонид Быков появился на свет 12 декабря 1928 года. Он окончил Харьковский театральный институт. Его актерская карьера началась в театре. На больших экранах он появится в 1952 году в фильме «Судьба Марины». Но широкой публике запомнится в первую очередь по фильму «В бой идут одни старики», где Быков сыграл главную роль. Этот день примечателен и рождением неподражаемого Фрэнка Синатры. За свою карьеру он записал более 100 неизменно популярных синглов, исполнил многие известные песни американских композиторов, среди которых «Бессмертные», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Let it snow», «I love you, baby» и «Jingle bells». Синатра покорил не только музыкальный олимп, перед его талантом не устоял и кинематограф. Своей игрой он украсил более 60 картин, а в 1954 году получил главную кинонаграду – «Оскар» за роль в фильме «Отныне и во веки веков». Этому человеку были открыты все двери, что неудивительно. Бархатный голос, безупречная манера исполнения и элегантный стиль – такое магическое сочетание просто обречено на успех. Предлагаю в этом еще раз убедиться, послушав легендарного исполнителя. А я прощаюсь с вами. Увидимся завтра. Something in your eyes was so exciting, something in your smile was so inviting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance. Фрэнк Синатра. Его бархатный голос знаком многим. Он как Шаинский, только американский. Денис все никак не может успокоиться из-за Шаинского. Да мне нравится Синатра. Вот, кстати, в оригинальном фильме «11 друзей Оушена» 1960 года в роли главаря блестящей команды Дэнни Оушена был именно Фрэнк Синатра. Это потом уже эту роль на себя примерил Джордж Клуни, а я полюбил этот фильм. Понимаю тебя, Кириллов, и сейчас сюжет о блестящем Фрэнке Синатре. Ну давай, Фрэнк, блистай. Давай.
Фрэнк Синатра – известнейший американский певец и актер, чье творчество до сих пор остается популярным во всем мире. Он возглавляет списки самых-самых песен артистов голосов. Синатра славится романтическим стилем исполнения песен, медовым голосом и эффектной внешностью. В молодые годы у него было прозвище «Фрэнки и голос», в более поздние «Мистер голубые глаза», а затем «Уважительная старейшина». Yeah, I like you under my skin. Музыка интересовала Фрэнка с детства. С тех пор, как он в 1933-м на концерте увидел своего кумира Бинга Кросби, он решил стать певцом. Однажды 19-летний Синатра принял участие в конкурсе талантов на местном радио. Вместе с тремя другими конкурсантами его отправили в турне. После гастролей Фрэнк заключил свой первый профессиональный контракт. А в июле 1939 года 23-летний Синатра сделал свою первую профессиональную студийную запись. Так началось его восхождение к вершинам мирового песенного Олимпа. К 1947 году Фрэнк Синатра воплощал образ величайшей американской поп-звезды. С его участием выходили циклы передач на радио, фильмы, мюзиклы. И с завидным постоянством песни в исполнении Синатры занимали верхние строки хит-парадов. It's up to you, New York, New York. В 20 веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и американской культуры в целом. Песни в его исполнении вошли в классику эстрады, на них воспитаны несколько поколений. За 50 лет активной творческой деятельности Синатра записал около 100 синглов и исполнил все самые известные песни крупнейших композиторов США – Джорджа Гершвина, Кола Портера и Ирвинга Берлина. Прекрасная. А погода холодная, но не совсем ужасная. Во всем, друзья, можно увидеть что-то красивое. Но к холоду все равно нужно быть готовым. Поэтому навострите ушки и внимательно послушайте, что вас ожидает за окошком. Прогноз погоды. В Рыбницком и Каменском районах на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается снег, который к утру должен ослабнуть. Во второй половине дня ему на смену придет мелкий дождь со снегом, и только ближе к вечеру осадки прекратятся. Температура днем +1, ночью -2. В Григориополе, Дубосарах и Слободзе с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Ночью пойдет снег, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха днем нулевая, ночью -2. В Тирасполе и Бендерах облачная погода с самого утра будет держаться до вечера. Ночью ожидается снег, утро, день и вечер пройдут без осадков. Днем на термометре отметка будет на нуле, а ночью опустится до -2. Также отрадно видеть наших людей, знакомых в таких проектах, как «Минута славы» на Первом канале. А еще приятнее, когда этот твой знакомый просто лишает дара речи зрительный зал и жюри, в котором сидят довольно непробиваемые личности. Взять того же Маслякова. Но наш Вячеслав Аврамогло своей энергией растопил и его. Да что говорить, надо брать и смотреть, как Слава прошел в полуфинал. «Минута славы» на Первом канале. Знаменитое шоу и любимое многими. Попасть туда стремятся совершенно разные люди с необычными номерами. Если посмотреть со стороны, то на первый взгляд складывается ощущение, что попасть туда нереально. Но теперь мы знаем точно, если ты настоящий талант, тебя примет любая сцена. Вячеслав Аврамогло – молодой хореограф, который начал работать над этой «Минутой славы» очень давно. Вообще я начал заниматься с 12 лет бальными танцами. И занимался более 6, где-то 7 лет, я уже не помню. Вот. И пришел с другом со своим заниматься. Он прозанимался где-то примерно годика 3-4, и он бросил танцевальные вот эти вот направления бальных танцев. Вот. А я продолжил.
По словам Вячеслава, он даже не предполагал, что судьба свяжет его с современным видом танца. Но те самые стечения обстоятельств перевернули его жизнь и раскрыли в нем прекрасного танцора, на которого стоит равняться. Сейчас он уже активно преподает детям этот вид искусства, но всегда помнит о тех, кто помог ему уверенно стоять на паркете. Первый мой тренер – это Елена Гавриленко была. Вот, и она мне преподавала бальные танцы, вот, благодаря, наверное, ей изначально, вот, я, ну, влюбился, да, в танцевальные стили. А потом уже были Руденки, Андрей и Елена, которые мне показали мир современного танца, где вот они уже дали мне другой толчок, где-то вот на более новый уровень, скажем так. У меня есть дети, которые пытаются то же самое делать, поэтому... Я им покажу этот номер, и есть чему учиться. Я говорю да, конечно да. Да, 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 да. Достиг действительно высокого уровня мастерства, покорил немало мировых танцевальных арен. Ему аплодировали в Голландии, Германии и Польше. Зритель с восторгом наблюдал за его выступлением в России, Украине, Молдове и даже в Китае. И это, конечно, далеко не все. На минуте славы Вячеслав выступил великолепно, но сам сказал, что удобнее работать в том образе, который по душе. Нет, можно было намного лучше сейчас сделать. Думаю, ты выступаешь... для вот, приемлемой для себя одежде, вот твой имидж, который, да, то ты себя чувствуешь увереннее. А когда вот что-то тебе мешает, что-то не то, ты немножко потеряешься, вот, и немножко не собрано получается. Вот, думаю, что в отборочном туре вот как раз у меня вот это вот некоторые моменты мне мешали. Скромный Слава всегда работает над собой. И ведь хорошо трудится. Шестикратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы. Человек, который воспитывает у детей любовь к красоте и умение выражать эмоции через танец, пронося сквозь движения те самые сильные чувства. Главное – это быть самим собой, танцевать под любимую музыку и, конечно, поддержка близких. Танец – это жизнь. Я живу танцем, и мне очень нравится заниматься тем, что я делаю. После таких слов хочется пожелать прекрасному хореографу, хорошему человеку и красивому парню с бездонным взглядом всего самого доброго и, конечно, победы. И мы не могли обойтись без этого. Без того, чтобы взять и пригласить в нашу студию великолепного танцора. Доброго человека и нашего хорошего знакомого Вячеслава Аврамогла. Доброе утро, Слава. Доброе утро, Славочка. Доброе утро, ребята. Звезда прям у нас уже в Приднестровье. Прям засветил ты, Никит. Рассказывай, Слав, как ты вообще попал на «Минуту славы»? Вконтакте просто элементарно нашла девочка, которая оказалась моей будущей редакторшей, которая меня подвигала, звонила, доставала звонками, узнавала про мою жизнь. Вот. И в Кишиневе был кастинг. Я приехал на этот кастинг. Танцевал. Много участников было на кастинге? Ну, наверное, где-то 300-400 участников было. И все в танцевальном направлении? Нет, или кто вообще, на что гораст? Да, 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 кто поет, кто танцует, кто кушает. Из Кишинева ты один прошел? И, насколько я слышал, прошло еще двое ребят, вот, но я их не видел. То есть ты один добрался до сцены? Они как бы прошли, но я их там, мы не столкнулись, потому что не столкнулись, вот и... не получилось. Может, они заблудились? Возможно. В Москве, в метро. В метро, да. Расскажи, Том, вот уже, как подготовился этот номер, как ты приехал, что ты показал сначала? Изначально я предоставил свою идею, то, что я бы хотел увидеть на сцене. То есть марионетки – это все твоя идея, да? Почти полностью моя идея. Вот. Я отправил как бы им уже свой сюжет, они пересмотрели его, они мне отправили свой сюжет. Я посмотрел, мы решили объединить что-то вместе и решили, ну, сделать вот именно марионетки. Музыку подбирали редакторы с «Минуты славы», хотя она мне там не сильно так вот некоторые да, моменты... Да, там идет такой дабстеп с красивыми да. куклами, и я вот так, прям такое дикое да. сочетание, ну, так интересно. Вот, необычно получилось. В общем, как бы мы работали сообща, но в основном вся моя идея, как бы я ее воплотил, и я хотел ее сделать, и так и получилось. Что жюри сказала? Ну, честно говоря, я не помню, что они говорили, но... Но Маслякова ты пробил? Нет, помню точно, что они говорили все позитивное, все самое хорошее.
Вот, и мне очень было приятно слышать от них. Хотя я очень нервничал. Я хотел спросить, я знаю, что ты во многих чемпионатах участвовал. И вот отличалось ли волнение вот раньше, что ты испытывал, от того, вот, когда ты уже выходишь на УРТ, в минуте славы там? Отличалось только, когда вот я уже закончил танцевать, и когда вот они мне уже говорили свое мнение. Вот именно только в этом тогда отличалось. Тогда и понял, да, что... Да. Вот, а когда танцевал, то танцевал, то есть никаких нерв, ничего. Ну вот я, зная тебя, увидела тебя на экране с... длинными волосами, вот не бритым, таким вот аккуратным, интеллигентным. Ну, ты и так интеллигентный. Просто вот таким, наоборот, я бритым. Тебя. Да, я даже бритым, да, вот прошу прощения. Я тебя даже не узнала. Тебе было легко в этом образе работать? Просто как вообще этот образ разработали? Я не знаю, как они его разработали. А, это то есть идея тоже. Это была тоже идея, это уже их идея была. Вот. И мне было необычно и как-то не по себе. Я не чувствовал себя таким, вот каким я должен быть. Особенно в этом парике, который меня немножко напрягал изначально. Ну, они на тебя посмотрели так, что-то не хватает в танце, да. Парика. Точно, все. Там, Оля, неси парик, я уверен, и танец удастся. Я уверен, в следующий раз, если я приеду, то они меня вообще не узнают. Ну, меня же не все видели там. Ну да. Как, какие ну, я да. есть. Ты уже прошел в полуфинал, да? Да. И что, вот уже есть какие-то задумки о том, что, чем ты будешь удивлять в полуфинале? Да, уже есть. Уже практически номер готов у меня. Мне кажется, он вообще человек-идея. Это просто человек идея, у него все вот мне интересно, новое. И все-таки не хочется поднимать завесу тайны. Ну да, это же должен быть сюрприз. Нет, вы все увидите. Мы все увидим. А когда да. будет полуфинал? А через 2 недели уже будут показывать съемки. А в Москве вообще сколько ты времени провел? О, по-разному. А, ну, то есть ты приезжал, и потом да, уже на саму да, запись, да? Да, ну, были моменты там, где я находился 3-4 дня, а были моменты, где я находился где-то вот с недельку. Сколько человек там с тобой работали? Да, огромное количество. Да, они со всеми работают или индивидуально вот? Только... Нет, они со всеми работают. У каждого есть участника свой редактор. У этого редактора может быть и 2, и 3 участника, 4. Кто-то поехал, кстати, тебя поддержать? Поехал мой ученик Дима Коваль. И как раз заодно мы, у нас так попало на, почти на одну дату, что мы поехали на Олимпийские игры в Китай. И вот как раз вот были съемки, и вот Китай, то есть мы так вот 2 дня в Москве, потом в Китай, потом обратно приехали, съемки. Вы в Китае еще там? Ну да, видишь, как он успел. Я такой сначала думал, мне показалось потом, Китай? Да-да-да, вот такой сложный график. Вот расскажи об этом, очень интересно. В этом году у нас... Первый раз вообще в жизни вот у меня получилось так, что я попал на Олимпийские игры по танцам, по современным танцам. Они никогда не делались и никогда не проводились. В этом году они первый раз вообще за свою историю. А в каком городе было в Китае? Каушинг. Это вообще там где-то Тайвань. Да, да, да. И там где-то вот Гонконг, потом с Гонконга лететь еще в Тайвань, куда-то туда. Долгий перелет? Нет, всего лишь в общей сложности перелета получилось 12 часов. Почти как в Америку, да. Почти нет, когда, так, не знаю, докуда доехать, до Брянска. Планируешь участвовать еще в дальнейших Олимпийских играх по танцам? А здесь не все так просто. Здесь ребята собираются, их приглашают по рейтингу. То есть за последние 3 или 4 года, вот я вот точно не помню, если вот набираешь определенный рейтинг... Участвую в различных, да? Да, мировых международных турнирах. Вот. Если ты набрал, допустим, хороший рейтинг, то тебя обязательно пригласят. Вот я, допустим, набрал этот рейтинг, и меня пригласили. А в дальнейшем, я не знаю, если у меня будет рейтинг хороший, если я еще буду танцевать, то конечно, тогда, ты будешь танцевать. Танцуй, Слава, будет хороший рейтинг. Слава, расскажи, а чем ты вообще занимаешься в жизни? Вообще я преподаю танцы, нахожусь в Бендерах, в Тирасполе. Постоянно вот каждый день разъезжаю по залам. А по образованию ты кто? Да, по образованию я экономист. Экономист. Вот так вот, видишь, смела судьба с танцами. А вообще танцами ты долго занимаешься? В общей сложности, ну, лет, наверное, 13-14. Ну, это еще бальные танцы, а потом уже 17 лет, современные. Ну, мы будем за тебя болеть, держать кулачки. И твое выступление все будем смотреть. Да, спасибо да, большое. Завороженные. Мы желаем спасибо тебе удачи, огромное, успехов огромных. Вот, чтобы ты там всех победил. Постараемся. И пожелай красавчик. Что-нибудь нашим телезрителям на день грядущий. Желаю вам провести этот день очень приятно, позитивно и очень энергично. Вот спасибо так тебе вот. Огромное. Спасибо, Слава. Все, всего тебе хорошего, удачи, Слава. Доброго Мы за дня. Тебя болеем.
Спасибо, ребят. Наш именитый военный оркестр под руководством Виталия Васильевича Войнова недавно отмечал свое 20-летие грандиозным концертом. Но нашему зрителю прошедшего выступления не хватило. И по многочисленным просьбам в пятницу будет еще один концерт, на репетиции которого побывала наша Маша Фантази. Смотрим. «29 марта в главном зале Дворца Республики абсолютно не было мест. Выстроилась огромная очередь из желающих оказаться на концерте оркестра Главного штаба Вооруженных сил Приднестровья. Прославленный коллектив отмечал юбилей блестящей программой. Концерт стал настоящим событием, но стать зрителем грандиозного музыкального шоу тогда посчастливилось не всем. Когда было 20-летие оркестра, к сожалению, нашему к сожалению, что очень много народу не попало на наш концерт, которые остались на улице. Это примерно еще один зал. Вот. И мы тогда еще дали слово, что мы обязательно при первой же возможности мы постараемся сделать концерт вот для тех, кто остался за бортом. Свое слово музыканты в военной форме сдержали. Они подготовили новую программу «Новогодний дивертисмент», увидеть и услышать которую зрители смогут уже завтра. Всех пришедших на концерт ждут настоящие музыкальные сюрпризы, которые придутся по вкусу даже самым привередливым меломанам. Мы даже будем исполнять музыку к кинофильму «Титаник». Она идет где-то около 8 минут. Очень интересно, там эта тема любви проходит. И вот мы хотим сделать со всеми этими эффектами и шум моря, и эта вся катастрофа, когда вот они на айсберг напоролись. Вот. И вот это вот мы все хотим показать. Вот. Очень интересно, лирическая программа будет исполнять наши солисты. Репетиции идут полным ходом. Виталий Васильевич, бессменный руководитель коллектива, виртуозно дирижирует оркестром. Отдельно отметить хочу тот факт, что коллектив очень внимателен к своему зрителю. Музыканты всегда трепетно относятся к пожеланиям своих поклонников, стараются их учитывать. Новогодняя программа в этом отношении, конечно, не стала исключением. Будет два произведения по заявке, которые мне вот звонят домой и звонят во дворец. Вот, очень хотят услышать обязательно вальс. Мы будем исполнять вальс Евгения Дуги, мы из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь». Да, потому что это очень просят наши зрители. И попросили опять исполнить, мы уже ее исполняли. Это была как визитная карточка наша, опять же, музыка кинофильма «Пираты Карибского моря». Старались немножко идти навстречу нашему зрителю. Предлагаю вам последовать моему примеру, купить билет и завтра в 6 часов вечера прийти в городской дворец республики на настоящий праздник музыки, который подарит оркестр Главного штаба Вооруженных сил Приднестровья. Терещенко, я не понял, а почему ты в шапке? Я замерзла. Логично. А почему именно ушанка? Наверное, потому, чтобы в уши было тепло. Тоже логично и, кстати, даже модно. Несмотря на то, что ушанка появилась очень-очень давно. Да, а мне продавец сказал, что это свежий завоз. Нет, ну эту шапку явно пошили недавно трудолюбивые руки в кучурганах или в Турции. Но сама шапка-ушанка появилась очень давно. И об этом наш следующий сюжет. Мне красиво? Не идет? Одно из гениальных изобретений человечества. Тепло, удобно, и если говорить о стереотипах, то она как нельзя лучше соответствует образу русского человека. Шапка-ушанка появилась в советское время, а прообразом ее была шапка-колчаковка, которая использовалась в белой армии. Это был сугубо мужской головной убор, который очень быстро распространился. Позднее шапка-ушанка появилась и в рабочей среде Петербурга, а затем и во всей России. Название знаменитого во всем мире головного убора возникло из-за наличия
наличие отложных наушников ушей, которые можно носить как в сложном виде, привязывая на затылке тесьмой, так и свободно. Во всем мире шапки-ушанки считаются русским головным убором, несмотря на то, что в канадских армиях они также использовались. Кстати, в голливудском кинематографе русские персонажи чаще всего встречаются именно в ушанке. Во времена застоя перестройки шапка-ушанка стала ходовым товаром у фарцовщиков. Иностранные туристы с удовольствием покупали или меняли привезенные с собой вещи на ушанки. Известные модельеры в своих осенне-зимних коллекциях также не забывают о легендарных головных уборах. Когда и как появилась женская шапка-ушанка, никто точно сказать не может. Но модницы всего мира не смогли устоять перед красотой и практичностью этого головного убора. И если раньше их делали на бобровом меху, то сейчас используется мех различных животных. Добавляется кожа, вязаные элементы и различные украшения. Сегодня шапка-ушанка является модным аксессуаром, способным менять настроение своего обладателя вместе с положением ее ушей. Новый год все ближе и ближе. И город становится все красивее. Какие еще преображения ожидают наш город, нам расскажет наш следующий гость. Виталий Анатольевич Гончаров, главный архитектор города Тирасполь. Доброе утро. Доброе утро. И расскажите, как преобразится наш город к празднику? Готовимся. Вся администрация и граждане этого прекрасного города, очень красивого, который я очень люблю. Вот, я здесь недавно. После долгого отсутствия. Вот. И я поражен и удивлен, с каким воодушевлением, с каким напором люди стараются поработать, преобразить город, готовиться к этому празднику. Нами разработаны схемы, где будут проводиться народные гуляния. Это главная елка в сквере Деволана на площади Суворова. Там будет установлена сцена. Вот, аппаратура звуковая, всевозможные развлекательные мероприятия, которые у нас ожидаются. Затем елка будет установлена в микрорайоне Октябрьском возле памятника авиаторам. Следующая елка установлена будет возле Республиканского театра драмы и комедии. Одна елка возле кинотеатра «Мир» бывшего. Также очень красивая елка будет доставлена в город Днестровск, где также будут проводиться мероприятия. А будут какие-то сюрпризы, может быть? Ну, конечно. О сюрпризах я сейчас говорить не буду, потому что мы готовим действительно. Не будет сюрпризов. Очень интересный для горожан, которые выйдут на площадь и встретят Новый год. Будет очень интересно. Ну, во всяком случае, постараемся в этом году сделать все возможное для того, чтобы досуг наших граждан прошел очень успешно. А в каких примерно числах она уже будет установлена? У нас планируется 21 числа, мы уже начинаем проводить концертные программы. Это будет на площади, праздничные концерты. Планируется очень большой выбор досуговых программ, веселительных, детских. Елка большая будет? Ну да, планируется очень красивые елки установить, но во всяком случае высокие елки. Все ждут сюрпризы, да. Конечно, они это елка. Они очень красивые. Мне не хотелось бы сейчас, конечно, рассказывать о многих вещах, потому что это будет не так интересно, да, и не так это будет сюрпризно, так скажем. А подсветят город? Очень, очень. Мы готовимся, будет обширная иллюминация. Ну, как никогда в этом городе будет проводиться именно освещение, декоративное освещение и зданий, и улиц. Вот. И, ну, кроме всего прочего, все предприятия торгового назначения, они будут украшать свои витрины, свои порталы центральные. Вот. Поэтому готовятся очень-очень прекрасно к этому празднику. Кроме всего прочего, обслуживающий персонал транспортников, так же самое. Они украшают свои автомобили, маршрутные такси, троллейбусы. Да, очень будет красиво. Будут ценные подарки для тех, кто лучше украсит свой транспортное средство. Было бы хорошо, чтобы маршрутчик бы сидел в костюме Деда Мороза, например. Я болею за 20-й маршрут. Можете пожелать что-нибудь нашим телезрителям на день грядущий? Да, хочу пожелать дорогим тираспольчанам, дорогим приднестровцам подготовиться к этому празднику, хорошо его отметить, огромного здоровья. И ждем вас в новогоднюю ночь и в остальные праздничные дни, которые продлятся вплоть до 13
января будущего года. Спасибо, спасибо огромное. Хорошего вам дня. Доброго дня. Спасибо. Молодец, но не совсем реалистично. Ну, конечно, я-то пропустила, как нам индейцы приехали. Ты у них хотя бы одно перышко для меня выдернул? Нет, к сожалению, кусочек индейской культуры с собой унести мне не удалось. Но, поверь, впечатлений я набрался. Ну, делись уже скорее своими впечатлениями с народом. Пожалуйста. Мискуаки, Наваха, Юта, Северный Арапаха, Восточные Шошоны, Апсалаоки. 6 человек, 6 племен в Тирасполе такое впервые. Буйство красок, энергии и колорита коренных народов Северной Америки согрели всех пришедших в этот вечер в городской дворец культуры. Приднестровская столица стала последней в гастрольном туре по нашей земле танцоров коренных племен Америки. It is very important to share our cultures and to keep our cultures alive, especially our language. Очень важно сохранить культуру, особенно язык, обряды, потому что без обычаев и песен мы сегодня не существуем. Красота, мастерство, буйство ритма индейских танцев и уносящие куда-то в прерии завораживающие индейские песни. Этим вечером мы увидели многое и прикоснулись к богатой культуре коренных народов. Танец воина с перьями от Шона Снейдера, который поражал своей быстротой и энергичностью. Танец ворона и курицы от Кендала Уолда. Все это сначала казалось немного странным, но потом буквально гипнотизировало зрителя. Кендал Уолк из племени Апсалаоки радовал нашего зрителя не только танцами, но и живым общением. Стоит отметить, что Кендал обладает не только чувством ритма, но и очень хорошим чувством юмора, что он и продемонстрировал в этот вечер. Сравнивая звук барабана с биением сердца, он рассказал, как этот ритм может быстро измениться. Дома перед телевизором. And then you remember, you forgot to pay the gas bill. И вдруг вы вспоминаете, что вы забыли оплатить газ. The weather is getting colder. Тнает, холодает на улице. And then your partner comes home. И вдруг подходит ваша вторая половинка. He paid the bill. Оказывается, он или она оплатили газ. Experience, а? Huh? Вам знакомо это, не так ли? Мисс Коренная Америка Сара Артоген поведала историю о том, как помог ее отцу специальный исцеляющий танец бубенцами, и продемонстрировала два его варианта вместе с Шайной Снайдер. Когда усидеть на месте уже никак не получалось, руководитель группы и по совместительству ведущий сегодняшнего концерта Ларри Язи пригласил всех желающих на сцену станцевать вместе. И зрители с радостью откликнулись на этот призыв. Каждый пришедший сегодня сюда мог подняться на сцену и почувствовать себя настоящим индейцем. И пусть играет Black Eyed Peas, но все равно это невообразимое веселье распространилось на весь зрительный зал. В группе Black Eyed Peas один участник тоже, кстати, имеет родство с индейским племенем Шошон. Так что песня «I Got a Feeling» звучала в этот вечер не случайно. Это тоже творчество собрата коренных племен. Ну а в завершении этого буйного действия индейской культуры был исполнен танец круга, который символизирует единение людей. У нас тоже есть нечто подобное – молдавская хора и русский хоровод. Правда, тут еще все проходило под завораживающий аккомпанемент Кендала Уолка. Такой праздник был декабрьским вечером в Тирасполе. На своем примере представители 6 племен показали, что важно знать свои корни и уважать традиции своего народа. Вот так мы и сблизились с таким далеким, но уже близким народом. Кстати, в Приднестровье, оказывается, есть люди, которые уже давно считают себя сродни племенам далеких западных степей. Раду Маленький Лис ради этого события приехал из далеких Дубасар. Да, я увлекаюсь уже довольно давно культурой американских индейцев. Уже, наверное, около 20 лет. И моя специализация, скажем, если можно так выражаться, то это северные равнины, в особенности это племя Лакота. Ну и, конечно, фото на память. Каждый желающий мог сфотографироваться с настоящим индейцем, и мы тоже воспользовались такой возможностью. Say ho! Ho! Ho!
Это было уникальное зрелище, такого никогда в жизни не видела. Я видела много фильмов об индейцах, но такого никогда не показывали. Это потрясающе, это древняя культура, она меня загипнотизировала. Я даже не могла аплодировать, потому что я была просто загипнотизирована. Это какая-то совершенно другая культура, меня просто переполняют эмоции. Это просто шикарное выступление, я даже не думал попасть на такое. Лиз, а ты подготовила свою кожу, лица и рук к Новому году? Кириллов, я к Новому году могу подготовить только салат оливье и селедочку под шубой. Ну вот есть же вот секрет, как женщина после плиты выглядит так чертовски хорошо за столом с бокалом шампанского. Может, потому что она получает шубу в подарок? Нет, ну она же за столом не в шубе сидит. Понятно, намек не понял. Вот ты, Терещенко, со своими намеками, ты мне про лицо расскажи и как его подготовить. Что с ним делать перед Новым годом, нам с тобой расскажет и покажет Мария Пантази в рубрике «Мастерская красоты». Ну, давай посмотрим. А мне еще интересно, что с ним делать на утро 1 января? Вот это вопрос. Ты про лицо? Да. В салат. Уже совсем немного времени осталось до самого долгожданного праздника в году. Мы в рамках нашей рубрики «Мастерская красоты» уже начинаем готовиться к этому событию. Сегодня нас ждет необычная встреча. У нас будет 3 мастер-класса. Поможет нам наш косметолог Валентина и наши модели. Валентин, расскажите, какую проблему мы будем решать сейчас, вот на нашем первом мастер-классе? Значит, мы будем решать проблему цвета кожи. У нас зимой в связи с погодными условиями кожа немножечко теряет свой свежий вид. И плюс еще сказывается насыщенная неделя перед праздником, поэтому мы будем осветлять кожу. Для этого у нас есть масочки. Очень много отбеливающих масочек, но в данном случае мы сейчас продемонстрируем масочку с экстрактом ласточкиного гнезда и жемчужной пудрой. Перед маской обязательно мы очень-очень тщательно очищаем кожу, потому что все масочки очень активные, и кожа должна быть идеально чистой. Значит, это масочка-муляж, я так понимаю? Да, это масочка-муляж. Это салфетка, пропитанная экстрактом ценных компонентов. Наносим так, чтобы она очень плотно прилегала к коже и как можно меньше воздуха было. Масочку оставляем на 20 минут, и через 20 минут нам будет необходимо ее снять. Помимо того, что она будет осветлять кожу, она еще предотвращает преждевременное старение, выравнивает рельеф кожи, оказывает лифтинг. И, конечно, самое главное свойство – это осветление. Как часто можно делать такую маску? Если вы делаете эту масочку первый раз, то вы делаете 10 дней подряд. И потом только раз в неделю для поддержания эффекта. Масочку нужно оставить на 15-20 минут. Пока мы ждем, Валентин, расскажите, какие еще маски можно использовать в зимний период времени? В зимний период очень важно увлажнять кожу и защищать. У нас есть масса масочек, которые могут решить эту проблему. Есть кремообразные маски, маски-муляжи, моделирующие маски, которые мы тоже делаем курсом 10 дней, а потом для поддержания эффекта раз в неделю. Ну что, время прошло, я думаю, да? Будем снимать масочку. Снимаем нашу масочку аккуратно и отправляем нашу модель умываться. Пока наша модель умывается, Валентин, давайте поговорим, как ухаживать за нашими руками, тоже в зимний период времени. Расскажите, какие есть средства. Мы обязательно делаем процедуру с нашим пилингом, солью и кремом. Раз в неделю это обязательная процедура, чтобы руки всегда были увлажненные, беленькие и в очень хорошем состоянии. И есть ряд кремов защитные, увлажняющие, которыми мы пользуемся. Также хотелось бы отметить, что перед Новым годом тоже женщина готовит целый день. Руки не в очень таком приятном состоянии, поэтому тоже существует экспресс-помощь, чтобы привести свои руки в очень хороший вид. У нас есть масочка, тоже муляжная, которая пропитана эликсирами трав. Одеваем ее на ручки, выдерживаем ее 20 минут как масочку для лица, и руки приходят в очень такой красивый и приятный вид. Прошло 15 минут, наша модель умылась. Теперь мы можем продолжить. В этой масочке во втором отделении есть эмульсия, которую
То есть к масочке уже прилагается... Да, эмульсия с биозолотом, которую мы наносим. Какой эффект оказывает эмульсия? После масочки она проникает очень глубоко в кожу, опять же осветляет, придает ухоженный вид нашему лицу. Она имеет такую очень легкую консистенцию, не жирная абсолютно, поэтому подходит для любого типа кожи. Очень хорошо будет впитываться. Все, наша модель готова. Татьяна, спасибо вам большое. Мы сейчас пригласим другую модель и продолжим знакомиться с экспресс-средствами, которые помогут нам отлично выглядеть в новогоднюю ночь. Пришло время второго нашего мастер-класса. У нас новая помощница Кристина. Кристина, здравствуйте. Валентин, расскажите нам, что мы будем делать сейчас? Сейчас мы проведем процедуру, которая поможет нам омолодить кожу и подтянуть ее. То есть это такой экспресс-лифтинг? Да, экспресс-лифтинг. Кристина только что умылась у нас. И сейчас, как обычно, после умывания мы тонизируем лицо. Сейчас мы взяли возрастной тоник. Он помимо того, что увлажняет, снимает остатки молочка. И сам тоник уже тоже оказывает эффект лифтинга. Дальше мы наносим масочку. В этот раз мы выбрали дневную масочку, кремовую. Называется «Морской эликсир». Она очень хорошо оказывает эффект лифтинга. Наносим ее спонжем, очень густым слоем. Это идет кремовая, очень легко наносится, ее не надо готовить. Масочка омолаживает, очень хорошо тонизирует, возвращает коже ухоженный вид, снимает признаки усталости, препятствует преждевременному старению. Масочка тоже делается курсом 10 дней подряд. И потом для профилактики раз в неделю. С какого возраста желательно делать такие процедуры? Значит, вот эту масочку можно начинать уже после 27-25 лет. Мы наносим плотный слой, потому что чем плотнее будет слой, тем выше будет эффект. В любом случае кожа впитает в себя столько, сколько ей нужно. Остальное мы просто промокнем салфеточкой и уберем излишки. Мы закончили наносить масочку, теперь оставляем ее на 10-15 минут и потом будем ее снимать. Пока у нас есть время, Валентина, давайте уделим внимание еще одной проблеме. Поговорим о наших волосах, которые тоже наверняка требуют определенного ухода в зимний период времени. Ближе к Новому году, когда мы хотим, чтобы наши волосы были в полном порядке, я рекомендую использовать шампунь, который мы называем «Королевский уход». Он очень хорошо выпрямит ваши волосы, сделает их шелковистыми, блестящими, и волосы будут выглядеть просто здорово. Также у нас есть сыворотка в капсулах, которая тоже поможет сделать вашу прическу очень красивой. Есть также серия масок по уходу за волосами, которую мы используем раз в неделю, и она будет решать многочисленные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Спасибо, Валентина, большое. Давайте вернемся к нашей модели. Да, минут 10 где-то прошло, я думаю. А теперь что мы должны сделать? Все, что нам нужно сделать, это салфеткой убираем остатки. То, что остается, мы мягко втираем в кожу. То есть умываться нам не нужно? Нет, умываться после кремовых масочек не нужно. Мы просто после этих масок уже не наносим крем. Он уже остается у нас на лице. Ну, я смотрю, масочка такой достаточно плотной текстуры. Да, масочка довольно-таки жирная, в ней много питательных веществ, увлажняющих, способствующих лифтингу, омоложению. Все, мы сняли остатки масочки, и все, наша процедура закончена. Экспресс-лифтингу мы внимание уже уделили, продолжим на нашем третьем мастер-классе. Еще одна проблема, которой мы сегодня уделим внимание, это темные круги вокруг глаз. Поможет нам Екатерина. И Валентина. Валентина, расскажите, что будем делать? Будем проводить процедуру по уходу за кожей вокруг глаз. У нас тоже задача экспресс-помощь, да, чтобы привести быстро себя в порядок, убрать болезненный вид, темные круги под глазами. У нас для этого есть тоже ряд масочек, но хотелось бы продемонстрировать сыворотку в капсулах.
Вот она вот так вот выглядит. Идет она в капсуле, потому что абсолютно не содержит консервантов. Мы ее аккуратненько разрезаем. Капсулы нам хватит на 2 применения, на утро и на вечер. Это очень приятная маслянистая текстура. Мы ее наносим и над глазками, похлопывающими движениями, и под глазками. Должно быть такое приятное, нежное ощущение. Как часто можно наносить это средство? Значит, желательно, конечно, начать женщинам, девушкам делать эту процедуру за 2 недели до Нового года, потому что у нас курс 15 дней, и потом раз в неделю только для поддержания эффекта. Но уже, в принципе, с первого раза вы уже увидите эффект, темные круги уменьшатся, морщинки тоже будут разглаживаться. Эта капсула подходит для любого возраста. То есть будет решать проблемы, которые есть у женщины в данный момент. Смывать нужно потом или мы наносим и оставляем? Абсолютно не требует смывания. Эту капсулу можно применять как и самостоятельно, так же и под ваше основное средство, которым вы пользуетесь утром и вечером. Мы рассмотрели сегодня очень много вопросов и услышали много полезной и интересной информации. Несмотря на всю предпраздничную суматоху, я очень надеюсь, что вы найдете время для себя любимой и воспользуетесь нашими советами. Уже 12 декабря, друзья! До Нового года осталось ровно 19 дней. Так что надо сейчас уже бежать на рынок, покупать игрушки на елку. Саму елку, кстати, тоже неплохо приобрести. Только потом убрать ее раньше, чем в мае. Ну, это вряд ли получится, ну ладно. А еще также нужны продукты. И предновогоднее настроение. Которое мы вам и будем создавать. Просыпайтесь, умывайтесь, улыбайтесь. А мы вам во всем этом поможем. Этим утром вместе с вами Денис, вязаный варежки Кириллов. И Елизавета Валенки-Терещенко. А сейчас новости на Первом Приднестровском. Доброе утро! Эфир продолжает выпуск новостей. В студии Александра Комплеева. Заседание Верховного Совета можно назвать историческим. Депутаты утвердили в 3-м окончательном чтении первый в истории республики 3-летний бюджет на 2014-16 годы. Рассмотрение бюджета в 3-м чтении началось с обращения президента, которое зачитал его полномочный представитель в Верховном Совете Александр Кисничан. Глава государства рекомендовал депутатам пересмотреть ранее принятые поправки, необоснованно увеличивающие расходную часть бюджета, а также поправки без соответствующего прогноза, который предусмотрен законом о регламенте Верховного Совета. В частности, разговор шел об изменениях, предусматривающих выделение 8 миллионов рублей на компенсацию автотранспортникам за перевозку льготных категорий граждан. Что сложившаяся несовершенная система предоставления и учета льгот в сфере транспорта, а также установленные в 2013 году факты недостоверности отражаемых перевозчиками сумм задолженности государства по компенсации расходов, связанных с предоставлением льгот по перевозке отдельных категорий граждан, и отсутствие указания конкретных источников выплат, свидетельствует о том, что принятие нормы, увеличивающей расходы республиканского бюджета на погашение задолженности государства перед транспортными организациями по перевозке льготных категорий граждан, представляется невозможным из-за отсутствия реальной возможности администрирования. Финансирование льгот за проезд в общественном транспорте на следующий год в бюджете предусмотрено. Принятые депутатами поправки касаются погашения задолженности за предыдущие годы. Мы не можем себе позволить финансировать кредиторскую историческую задолженность. Поэтому мы исходили из того, чтобы финансировать хотя бы текущую задолженность по возмещению льгот перед транспортными организациями. Эту сумму мы и заложили в бюджет. У нас задолженность перед транспортниками большая. Но ни один транспортник, ни одна фирма от маршрутов не отказалась. Для того, чтобы учесть замечания президента по проекту республиканского бюджета, депутатам необходимо было вернуться к процедуре второго чтения. Однако эта инициатива не набрала достаточного количества голосов. В итоге Верховный Совет продолжил работу над основным финансовым документом в 3-м чтении и после рассмотрения поступивших поправок проголосовал за принятие бюджета. Закон был рассмотрен в 3-м окончательном чтении. В ближайшее время будет направлено на рассмотрение президенту для подписания и обнародования. Также сегодня был принят бюджет Единого фонда социального страхования, структуры, которая обеспечивает выплаты пенсий и пособий. Кроме того, депутаты заслушали информацию об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.
Приднестровские предприятия будут поддерживать на государственном уровне. Соответствующий законопроект в первом чтении принял парламент республики. Ряд мер будет направлен на стабилизацию экономической ситуации. Что конкретно предлагается сделать и какие ждут результатов, расскажет Татьяна Серова. Законопроект о мерах поддержки предприятий, испытывающих трудности, разработан по инициативе президента. Он содержит целый комплекс механизмов, который позволит промышленности Приднестровья в кризисных ситуациях оставаться на плаву. Повышение макроэкономической и социально-экономической устойчивости в республике – такова главная цель законопроекта. В Минэкономразвитии отмечают, в 2013-м почти на 3,5% упал вклад промышленных предприятий в ВВП. Причиной тому стала нестабильность работы крупнейших предприятий Приднестровья – Молдавского металлургического завода, Рыбницкого цементного комбината и Молдавской ГРЭС. Кроме того, отмечают специалисты, наша экономика является экспортно-ориентированной, а следовательно попадает под влияние внешних политических и экономических событий. Например, последствия Молдовой соглашение с Евросоюзом. Исходя, конечно, из изложенного, хотелось бы отметить, что принятие данного законопроекта станет обеспечением институциональных возможностей оперативного реагирования на инструменты республики, которые направлены на противодействие негативных кризисных явлений. Среди предложений – создание особых экономических зон и поддержка при определенных обязательствах предприятий. Законопроект также предусматривает возможность заключения соглашений между правительством и предприятиями о льготном налогообложении, пониженных тарифов на энергоресурсы, упрощении таможенного и валютного режимов. В проекте закона говорится, что в депрессивных населенных пунктах создаются особые зоны экономические. В депрессивных. Но у нас вся республика депрессивная. Кто-то более депрессивный. Бог с ним. Вопрос о другом. В каком-то селе депрессивном, в населенном пункте, создается какое-то предприятие, которое вы поддерживаете по договору, особая зона. Как работа этого предприятия отразится на этом населенном пункте? Тут уже стоит вопрос о том, что инвестор готов, допустим, инвестировать деньги, инвестор готов увеличить количество работников на данном предприятии, готов увеличить объемы производства на определенный период, на год, на два. Он просит поддержки от государства, при этом государство не пострадает, потому что в связи с увеличением объемов производства у нас и увеличением количества работников у нас не снизится поступление в бюджет, и в будущем пойдут только увеличения. Обычно создают инфраструктуру достаточно хорошую для доступа к этому объекту. Заключать двусторонние соглашения, в частности, планируют на срок до 3 лет. Законопроект предусматривает также введение на кризисных предприятиях внешних управляющих от правительства. По словам первого зампреда, это никак не затронет права собственников предприятий. Тут не говорится о том, что мы пришли на завод, на любой, и говорим: так, сегодня мы здесь хозяева, и мы начинаем управлять. А здесь говорится о том, что если есть от самой организации, то есть двустороннее соглашение от самой организации, есть тоже заинтересованность в том, чтобы мы помогли им выйти из той ситуации, которая сложилась на сегодня. В целом, идею законопроекта парламентарии поддерживают, но предлагают свои дополнения. В частности, советуют уделить особое внимание возможности переориентации рынков сбыта предприятий на страны таможенного союза. Я рада, что появился такой законопроект, и, видимо, это результаты тех круглых столов, которые были проведены, и встреча с президентом дала свой результат, когда встречались, обсуждали. И я рада, что появится площадка, на которой можно будет обсуждать эти вопросы. Принятый в первом чтении закон предусматривает также отчет о предпринятых правительством мерах. Он будет предоставляться президенту и Верховному Совету ежеквартально. Подобные механизмы поддержки предприятий в кризисные моменты широко распространены в регионах Российской Федерации. Это предоставляет властям на местах рычаги оперативного реагирования на экономические вызовы. Правительство России гарантирует благополучие своих граждан в Приднестровье. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе правительственного часа в Государственной Думе. Вопрос о том, что будет с россиянами после того, как Молдова парафировала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и признала своим государственным языком румынский, поставил депутат от ЛДПР Роман Худяков. Мы сейчас подписали новый протокол взамен того, который был раньше. Жуков-Смирнов был протокол, да, Александр Ильич, вот. Вы имели к нему самое непосредственное отношение. Сейчас подписан новый протокол, значит, мною вместе с президентом Шевчуком, президентом Приднестровья. Мы осуществляем там меры экономической поддержки, в том числе прямой экономической поддержки наиболее в сложном положении оказавшихся социальных групп. Развернуты программы строительства объектов социального назначения, ясли, школы, больницы. 12 объектов мы должны будем построить до середины следующего года. Значит, вопрос находится на контроле у президента, и
Совет Безопасности Российской Федерации постоянно его рассматривает. Поэтому мы своих граждан, а их там у нас около 200 тысяч граждан России, Приднестровья в обиду не дадим, я вам просто гарантирую. В Приднестровье введены в оборот новые денежные знаки. Центробанк представил модифицированные банкноты номиналом 25 и 100 рублей. Дизайн и формат остались такими же. Изменения произошли только на лицевой стороне банкнот. На новых купюрах более широкая защитная нить. При смене угла зрения смещается аббревиатура ПРБ, а в нижнем правом углу банкноты надпись «Модификация 2012». С 2000 года была проведена деноминация, как известно. В 2007 году предыдущая модификация банкнот была проведена. И в 2012 году, в конце 2012 года, мы сообщили о том, что будем проводить новую модификацию банкнот. Это делается для того, чтобы усовершенствовать степень защиты банкнот. Таким образом, на банкнотах номиналом 100 рублей теперь 27 степеней защиты. На купюрах достоинством 25 рублей на 2 больше – 29. Старые купюры номиналом 100 и 25 рублей будут находиться в денежном обороте параллельно с новыми вплоть до своего физического износа. С сегодняшнего дня в Приднестровье стартует конкурс «Человек года». До 15 января оргкомитет будет принимать заявки на участие в конкурсе. Подробнее об условиях расскажет наш корреспондент Светлана Березовская. Трудовая доблесть, руководитель года, предприниматель, меценат, милосердие и другие номинации. Всего их 12, хотя в прошлом году было на одну больше. Тогда высокого звания в номинации «Честь и доблесть» был удостоен Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства России. По словам организаторов, в этом году в условиях конкурса произошли некоторые изменения. По результатам прошлого года наиболее большее количество дел было в номинации «Мастер своего дела». И в этом году было принято решение, чтобы разделить эту номинацию. Будет «Мастер своего дела» непосредственно для участников рабочих профессий и «Здоровье нации». Это будет номинация, где будут представители различных бюджетных организаций, ведомств и министерств. Среди новшеств также возможность для кандидата выдвигаться только в одной номинации. Есть изменения и в форме голосования. Если в прошлом году открытым голосованием принималось окончательное решение, и мы уже знали на заседании, кто же станет победителем в той или иной номинации, то в этом году открытым голосованием выбираются три финалиста и тайным голосованием один из них. И имя этого победителя будет известно лишь в момент самой церемонии награждения. Конкурс «Человек года» в Приднестровье пройдет 18-й раз. Уже с завтрашнего дня коллективы могут выдвигать своих кандидатов. А победители будут чествовать 20 февраля на главной сцене республики. У меня на этом все. Хорошего дня и оставайтесь с Первым Приднестровским. Мы не скажем, что вас просто разбудить. Но на самом деле, друзья, нам это все в радость. Мы каждый день придумываем что-то новенькое. Чтобы вам было интересно нас слушать и смотреть. И вы, так сказать, познавали мир, сидя на диване. В тапочках. И с кофе в руках. Ну и рады для вас стараться солнечные зайчики утреннего эфира Денис Кириллов. И Елизавета Терещенко. С добрым утром, республика. Просыпайся.